25 февраля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой республики Мавлудом Чавушоглу. Глава государства выразил уверенность в том, что визит в нашу страну делегации, возглавляемой министром иностранных дел Турции Мавлудом Чавушоглу, станет новым толчком в деле дальнейшего расширения азербайджано-турецких связей. С удовлетворением напомнив об успешном осуществлении государственного визита в Турцию и очередного заседания Совета Турецкого Азербайджанского стратегического сотрудничества высокого уровня, президент Ильхам Алиев отметил значение обсуждения в рамках визита дальнейших планов совместной деятельности. Глава государства сказал, что турецко-азербайджанские связи представляют большое значение как для наших народов и региона, так и для всего мира. Подчеркнул, что единство, существующее между нашими странами, является гарантом стабильности в регионе. Мавлуд Чавушоглу выразил удовлетворение фактом совершения первого официального визита в Азербайджан в качестве министра иностранных дел Турецкой республики. Он передал главе нашего государства приветствие президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ахмеда Давутоглу. Мавлуд Чавушоглу отметил значение государственного визита президента Ильхама Алиева в Турцию очередного заседания Совета турецко-азербайджанского стратегического сотрудничества высокого уровня с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних связей. На встрече состоялся подробный обмен мнениями по проекту Баку-Тбилиси-Карс, ТАНАР, военно-техническому сотрудничеству и вопросам дальнейшего расширения наших связей в других областях. Глава государства выразил признательность за приветствие президенту Реджеп Тайип Эрдогана и премьер-министру Ахмеду Давутоглу, просил передать его приветствие президенту и премьер-министру Турецкой Республики.